Свет в сомнамбуле из мглы не уйти. Разрывают завесу туманные черные ветки, но завесу сшивают холодную нить дожди. И везде снегопад, но не сывости, чтобы и сетки. Так качают деревья, что видишь, как зол ураган. А в такой непогоды бегут по домам горожане, по привыкшим к безмолвным оглохшим и сонным сердцам, и орущей алчбе на квадратном и плоском экране. Как безумный старик, что босыми ногами стоит на промерзшей земле с непокрытой головой бесшабашной и свистящим ветрам кулаками большими грозит и без зуба кричит, и кричит одинокий и страшный этот сад за окном. Он костяшками черных ветвей бьет по воздуху так, что вся высь ходуном заходила, и совсем ошалел от таких вот земных новостей. Из берлоги небес недовольная вышла к светилу. Пасха. Это тоже из цикла триптих. Белоснежная птица простерла крыла над землей, одинокой землей, и от крыльев летела на землю, плыла плащаница сплошной пеленой. Исхудавшие пальцы голодных ветвей заметались, пытаясь поймать то ли света лучи, то ли лучинки вестей, то ли открыл снеговую благодать. Храм весны опустел, но вокруг храма пошли по чудесному кругу часы, и над временем крест белоснежный несли первоцветы нежнейшей красы. А когда прогремели у храмовых врат под нестройное пение рек грозовые раскаты воскресе, то плат превратился в растаявший снег. И ворота распахнулись, и с шумом ветра, предваряя дожди и грома, заполняли пространство собой до утра, торжествуя, нет стужи и сна. От нахлынувших рек, от растущей травы стало шумно и тесно, но жизнь разрасталась, как лес. Все армады листвы прославляли победную высь. Пасха. И исторический цикл «Византия» я тоже включила одно интересное стихотворение, как мне кажется. Здравствуйте. Сегодня, по-моему, сегодня вообще такой интересный день. В одном кабинете поминки, в другом торжество того. Вот, и он относится, не знаю, куда. Не обращая внимания на объявление на марте. Попалась, да. Сказание о княгине Ольге. Вот так интересно, у меня там будет два стихотворения, посвященных княгине Ольге. Которые, конечно, я сейчас и понятно, от Византии. Стилизация под, скажем так, древние сказания. Постарался эту стилизацию сделать. Как по каменным ватереме, тишина стоит до времени. Тишина стоит до времени во дворце, во царском тереме. На заре, на ясной зорюшке, как собралась наша Ольгушка, свет наш вдовая княгинюшка, поискать свою судьбинушку, в чужедальнюю сторонушку, поклонить свою головушку, укрепить свое сердечечко, что и стало, как свечечка. А взяла с собой княгинюшка молодецких три дружинушки, три дружины с воеводами, да с обозами подводами, да с подарками богатыми, да с мужами тароватыми. Киевграду поклонился, да и в Путин опустился. Что оставлено не брошено, едет с нами не брошено, а зачем никем не спрошено, вся душа и так искрошена. Аль присытилась ты, вдовушка, упиваясь нашей кровушкой, аль не радует уж Ольгушка наши беды, наши горюшка, обложила Русь оброками, задушила данью сроками, непосильными полюдьями, да делами неподсудными, беззаконием да казнями, да срамными безобразиями. Но углумилась над древлянами, перессорилась с полянами, словно искра стень вздорная, ты сожгла все непокорно. Ответ твоя дороженька пролегла Христовым ноженьком, Христу Богу для прощения, покаяния, очищения. Отмолись, чтоб душу мглистую, за нее просить пречистую. Кто не мается, тот не кается. Кто не кается, не прощается, не прощается, не спасается, ничего от него не останется. Такое вот сказание еще о Ольге. Ну, на самом деле, это в защиту ее, кстати.
И еще одну тут я не буду читать, это не меня убили. Нет, все. Я кратко. Пролетая по лентам петербургских развязок, вспоминаю я лето, цвет анютиных глазок. За окном темнота, только снег у дороги, и сигналит верста, что зима на пороге. Межсезонье, ноябрь, что зальет, то заснежит, а под кожей моей босоногая нежность, пролетая по лентам петербургских развязок, убегает в то лето цвет анютиных глаз. Слова разборчивы? Мы забыли, что осень горяча, как зажженная спичка. Мы тянули ладони, такая смешная привычка. Все измерить на ощупь нам глаз недостаточно, мало. В сердце выжжена площадь от неба до водоканала. И теперь пустотой, наполняя окрестность и душу, понимаем, любить невозможно, любви не нарушив. Но все тянем ладони, такая смешная привычка, наблюдая, как двор сметает сгоревшие свечи. Маме. Обычный почерк. Она не знает, что сказать, а я не знаю, что ответить. И то, что помнилось при свете, тьма заставляет забывать. Вот так живем, не помня дня. По декабрю обычный почерк. А ночью слышится возня строк, утыкающихся в точки. И веток белых кисия заметней в кадре негатива. Она не знает, что, а я знаю. Все необратимо. Прощай и все, и больше ничего, когда весь мир прощается с тобою, когда скрипит судьбы веретено, и пустота в печной заслонке воет, и гибких веток рвется тетива от смертоносных белых снегопадов. Возможно, и другие есть слова, но их, наверное, вспоминать не надо. Чеченское небытие. Такой у меня цикл. Ну, это мой, конечно, субъективный взгляд на события, прошедшие очень давно. Покидали мальчики длинные перроны, оставляли мальчики, провожавших стоны. Что рыдать догоночку, достучать в оконце, служба ведь, девчоночки, в скорости вернемся. Яблоня, смородина, лес до косогора. До свидания, Родина, синие озера. До свидания, Родина, впереди дороги, что еще не пройдены. До свидания, дом. Не во зле, не во гневе, а с болью за время, которому память ненужное бремя, мне хочется слово сказать о ребятах, так скоро забытых, ведь память расплата, а надо бы всем по счетам расплатиться, за души невинных молиться. Молиться. О них не просто позабыли, их не желают вспоминать. В какой лежат они могиле, напрасно ищут мать. Жизнь потеряла нити с прошлым, она мешает жизни жить. Там воет страшно и истошно, забыть. И мальчики лежат под дерном, забытые в своей стране, забытые, непокорные, на самой лучшей не войне. Вот такой тут, скажем так, социальные стихи, конечно, есть. Вот. Читать еще что-нибудь, да? Читать покруче. Я своим голосом хрипло надрываюсь, а ты тут мямлишь. Вокзал. Как не люблю я гулкий шум вокзалов, и эти поезда, и бесприютность, как будто захлебнувшийся от жалоб, в них воздух переполнила ненужность. В дороге жизнь теряет направление, что до меня всегда не совпадают моя душа и общее движение, и замкнутость их только разобщает. Железный стук колес, перроны, нивы, титан и очередь, где двое многолюдие, картины Родины мелькающей тоскливы, родную землю мельком не полюбишь. Если вдруг доводится мне ехать с какой-то надобностью, поступаю проще,
Я нахожу во времени прорех. Все мчатся вдаль, а я гуляю в роще. Вот. Может быть, не стоит уже больше. Девочки, я думаю, что можно сейчас девочке задать какие-то вопросы, что-то пожелания, что-то сказать, да, давайте. Может, действительно есть заявки какие-то. Ну, можно кто-то да, говорит, да? Есть да, заявки. Сказать о том, что я очень сгарна, потому что.